Сегодня для построения успешной карьеры недостаточно профессиональных знаний. Выпускникам вузов и колледжей также требуются навыки тайм-менеджмента, умение ориентироваться на результат и проявлять лидерские качества, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект и другие навыки. По поручению президента Российской Федерации совместно с платформой «Россия – страна возможностей» создаются центры оценки и развития управленческих компетенций. Такой региональный центр открыт и в Тверском государственном университете, выпускники которого накануне получили на руки паспорт компетенций. Центр компетенций – это площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих универсальных компетенций – soft skills, а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе студенты получают паспорт компетенций, а работодатель – специалистов с развитыми не только профессиональными, но и надпрофессиональными компетенциями. Повышение профессионального уровня, безусловно, прежде всего в надпрофессиональных компетенциях, то есть в тех компетенциях, которые нужны и важны, независимо от базового образования. Это повышение конкурентоспособности на рынке труда Тверской области, ну и, конечно же, это вклад в инновационное развитие нашего края. Инициатором проекта выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей». Деятельность центров компетенции позволит сохранять и повышать качество человеческого ресурса, предлагая максимально востребованные позиции возможности для карьерного и социального развития внутри региона. На площадке «Точка кипения» Тверского государственного университета состоялось вручение паспорта компетенции выпускникам этого вуза. Получила паспорт компетенций. А благодаря ему я знаю свои сильные стороны. И теперь в Тверском государственном университете, когда я пойду в магистратуру, я смогу еще больше развиваться. Центр компетенций на базе Тверского госуниверситета имеет статус регионального. Это значит, что студенты нескольких вузов, колледжей региона могут получить здесь паспорт компетенций. Несколько образовательных организаций уже имеют официальное соглашение с Тверским госуниверситетом, которые открывают их студентам доступ к подходящим вакансиям, стажировкам и проектам. Мы даем возможность каждому выпускнику прийти к нам в центр, узнать, как пройти тестирование, все это совершенно бесплатно, как получить результаты и что с ними дальше делать. На вручение потенциальные работодатели поздравили молодых специалистов с получением паспорта компетенции и пригласили на работу. А те, кто решил побывать в центре компетенций, задать необходимые вопросы, ждут по адресу: Студенческий переулок 13, корпус А, кабинет 201.